Сегодня мариупольцы хотели провести матч мира. Люди хотели прийти на матч мира. Но утром мне сказали, что Мариуполь полетели, что мирные предметы, мирные нации хотят расстрелять. И я немедленно связался с директорами наших предприятий и призвал их приостановить участие в матче мира. Потому что человеческая жизнь – это главная ценность. И я никогда не позволю, чтобы проявлялась кровь. Я призвал приостановить акцию. Приостановить, но не остановить. За Донбасс без ружей. За Донбасс без масок. За Донбасс с мирным небом над головой. И при этом я призываю всех на дорогой силы выйти завтра на подготовительный протест по месту работы. И это начнется завтра поэтому звука, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержке мира против этого проекта. И пока мир не установится, каждый день 12 часов